Отсчитали 130 дней до начала зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 участники велопробега. Организаторами акции стали общественное движение «За здоровый образ жизни» и телерадиокомпания «Крымский экран» при поддержке госавтоинспекции. Сотрудниками госавтоинспекции было произведено сопровождение организованной велосипедной колонны с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения данного мероприятия. Молодежь города, одевшись в светоотражающие жилеты, так рекомендуют совершать езду на велотранспорте сотрудники ГАИ, проехались по улицам Крымска. Кататься на велосипеде приятно и полезно, считают подростки. Для того, чтобы каждый день быть в отличной физической форме, двухколесный друг – самый верный помощник. Я решила принять участие в велопробеге, потому что, чтобы поддержать друзей и показать другим, чтобы надо участвовать в таких разных конкурсах и мероприятиях. Когда я буду участвовать в следующий раз в велопробеге, я обязательно позову своих друзей, чтобы они меньше смотрели телевизор и играли в компьютер. Кстати, получили приглашение для участия в велопробеге через всемирную компьютерную сеть интернет. В «Одноклассниках» организаторы создали группу «За здоровый образ жизни», в которой сегодня уже не одна сотня участников. Наталья Корня, Анатолий Мажухин, Новости 24, Крымск.